меня, короче, датчик удара сейчас работал на тачке. Он мне перерезал, что ли, трос? Получается, фотограф был просто, он был без своего дебильного костюма. Самое главное, это же не сейчас мне не сорваться, потому что я очень хочу просто вот тут вот. Я сейчас скоро буду, приеду. Кирилл, я, тихо. Не бойся. Чего? Ты что тут делаешь? Тихо, он сейчас придет. Успокойся, он сейчас придет. Успокойся, заткнись. Рот закрой. Отвали от меня. Помогите, люди. Люди, помогите, есть кто? Ты думаешь, это Кирилл? Серьезно? Зачем, да, Кириллу это нужно? У Кирилла куча своих забот, куча своих проблем, у него... Ну я не знаю ваши эти разборки. А Кириллу, потому что сам Кирилл сейчас в неприятностях, и он забрал куртку Кирилла, можно сказать, насильно. Ребят, всем привет, я сейчас стою около магазинчика, не просто так, сейчас сюда должен подойти Кирилл, потому что самое главное, это я забыл, телефон, который мы тогда нашли, я так ему его не передал, поэтому ему пришлось с компа со мной списываться, я ему сказал, что я передам телефон, где... ему будет удобно. Но он сказал, что подъедет туда, где я нахожусь. А находился я как раз таки неподалеку отсюда. Поэтому ждем его, что он подойдет и все расскажет. Что он там испытывал, что дома ему там Вика сказала. Это мне больше всего интересно, потому что я же ей наврал тогда. Я надеюсь, что она на меня зла не держит. Перед началом видоса, ребят, подпишитесь на канал, поставьте лайк. 40 тысяч лайков, ябска, продолжение. Желаю вам приятного просмотра. И, ребят, я до сих пор, на самом деле, думаю о том, чтобы все это прекратить. Я сказал, что Кирилла мы находим и все это заканчиваем. Поэтому, наверное, надо завершать всю эту эпопею. Она уже продлилась 2 с лишним года. 2,5 года, ребят, мы возимся с этими всеми маньяками. Ну, уже не проблема. Ну, я же сказал, у магазина буду. Ну, я думал, вообще по той стороне у магазина. Держи телефончик свой. Давай, садись. А ты что делаешь? Я пытаюсь выбрать себе тачку. Короче, пацаны сказали, что сюда Cayenne Turbo GT добавили. Именно купешный, как у меня, только GT, который я хочу себе в реальной жизни тоже. И вот я... Давай. Так. Где же он? Стоп. Ну, наврали, что ли? Стой! Вон. Все. Смотри, он реально как в реальной жизни. Она быстрее получается, чем обычный твой? Конечно. Кузов как у меня, но он, короче, более заряженный. Короче, ребят, я решил сейчас стейдж 2 сделать. Так, стейдж 1. Выбор установки, да. А там двигатель не отлетит от стейджа 2? Да не должен. Тут ресурс так нормально должен быть. Так, стейдж 2 не установлено. 2 миллиона рублей стейдж 2, он столько реально не стоит. Вы чё? Я, походу, случайно стейдж 3 сделал. А вот она тебе разрывать будет. Так. Короче, Turbo GT — это самый быстрый кроссовер, и я реально его очень сильно хотел. А, ребят, я играю на 16-м серваке. Проект называется Hustle, если вы на мобиле, если на компе, то Радмир. Игра абсолютно бесплатная, присоединяйтесь ко мне в банду. Также скоро я устраиваю сходку, в которой будем устраивать драг-рейсинг. Поэтому присоединяйтесь, я реально подсел тут на гоночке. И хочу просто реально очень быструю тачку, но при этом... кроссовер очень люблю, поэтому вот такая вот у меня грань непонятная. Поэтому я сделал Stage 3 на Turbo GT. Также у нас есть беседа по игре, мы там чисто общаемся, мне уже там 1700 человек, все общаются чисто по игре, друг другу все помогаем и пытаемся как-то подтянуть друг к другу. Поэтому присоединяйтесь, также вводите мой промокод и по нему получите бонус в начале игры, то есть вам уже это очень сильно пригодится. Ну и в моей группировке, если в нее вступите, куча мерседесов, там реально топовых АМГшных, на которых вы сможете кататься. Мой Cayenne, сразу говорю, не брать. Ссылка, повторюсь, в описании. Что Вика сказала, мне больше интересно, она меня там не бесит, не проболтался? Да ну, с Викой нормально все. Я-то вообще тогда сказал, то есть мы с тобой тогда обсудили, а я в пыхах, я и не подумал о том, что я же ей уже наврал перед этим, а ты такой говоришь, что мы с тобой были. Ты ей сказал, что мы с тобой были? Я сначала сказал, потом начал выкручиваться так-сяк. Она сказала, что Леха, типа, приезжал, спросила. Я помню, ты, наверное, про Леху сказал, да? Про Леху. Ну, а я сразу перекрыл. Я какого-то Леху, я не знаю, про кого Леху. Я просто имя выдумал. Ну, короче, я... А у тебя настоящий Леха какой-то пришел? Ну, у меня же два друга Лехи есть. Ну, я сказал, что с ними 100 лет, типа, не виделся каким-то из Леха. Да, я только вчера с ним... Ну, то есть, не вчера, за день до пропажи с ним виделся. Ну, короче, я выкрутился. Сказал, типа, извини, я виноват, там, и так далее. Я просто отдохнуть захотел. Я что-то вообще, типа, потерялся во времени. Она такая, ну ладно, типа, вроде окей. Не, на тебя... Ну тогда вообще отлично. Так, а что ты, на чем? На чем? Вот на левом и правом ботинке. Ты так и не нашел?
Вот хреново, то что сигналки у тебя нет хотя бы, как у меня, то что там с телефона взял, посмотрел локацию, типа, где находится. Ну да. Ну блин. Как бы понимали, знаешь что, я на самом деле очень сильно расстроен из-за этого, потому что... Я думаю, он где-нибудь ее скинул, может тебе реально в группу в своей разместить, может кто-то ее увидит и тебе сообщат. Слушай, вот это все размещать и так далее, для лишним, ну типа раз светиться. А Вика, в полицию... спрашивает насчет тачки, где тачка? Ну она спросила, я сказал там мне что-то по... Как она, по подвеске что-то отдал, продиагностировать. Она сама не знает. Просто в полицию сейчас обращаться мне это нафиг не надо, мне снова нафиг примут. Да. Мало ли что он на ней, я так понимаю, он-то на ней передвигался, мало ли что он сделал. Может, он какие-то преступления сделал, понял, да? Да. А как я докажу? И как раз все докажут, что у меня 2 дня не было. То есть она обзвонила всем друзьям и так далее. Просто если полиция любому кого-нибудь позвонят, типа, а где Кирилл был 2 дня? Мы не знаем. Угу. Его искали сами. То есть все против меня, но это вообще стрёмная херня. Ну, да, если за эти дни что-то произошло, да, у тебя не алиби, ничего, что-то не будет. Если у тебя есть время, может, покатаемся где-нибудь, поищем. Просто по городу? Ну, да, как Варик. Ну, хоть теперь со связью он, но без машины. Чего? Что там у него случилось? Как? Слушай, можешь, я сейчас громко включу, повторить, пожалуйста, что сказал. Я включил громкую. Кирюх, так я же говорю тебе, смотрю, машина твоя продается. Я ее сразу у нас, смотри, там бампер треснутый. Так. Я как раз себе ищу машинку. Думаю, дайте наберу, спрошу. И давай я готов купить ее. Слушай, за его... сколько? А цена там какая стоит? Да она вообще смешная, 450. Я могу тебе вообще перевести. Сам такой это... куплю. Слушай, Сань, а ты с компьютера сидишь? Да, я с компа сижу. Слушай, а можешь мне, пожалуйста, это как скриншот сделать с этого объявления? А как это на видео скриншот сделать? Короче, принтскрин сверху найдешь. Просто нажмешь и скинешь. Вставить. Он возрастной просто, 40 лет. Не понял, ничего, тут тяжко. Сейчас попробуй. Ну попроси сына, Лёшку, он сейчас сделает тебе, и пусть меня это отправит. Все, давай. Ну, он возрастной просто. 450. А как, если она оформлена на тебя, как он без тебя продаст? Ну, тебя не оставляли ничего там подписывать? А вдруг он реально что-нибудь подписал, пока ты был? Слушай, а у меня ПТС-ка-то внутри была. Я ее брал. Я в Москву с ПТС-кой ездил, получается. А подделать ДКП это не проблема. Там же и подпись. Смотри. В натуре. 12-й год. 450 тысяч. Пользователь частное лицо без имени получает. Пенинская область, поселок Валяев. Срочная продажа автомобиля в идеальном состоянии. Единственное, что лопнут бампер передний. Документ все на руках, оплата только наличными. Лично покажу на месте, пишите сообщение на телефон, не отвечаю. Осмотр в поселке Валяевка. Валяев. Там, где он тебя взял, он значит там где-то его тупо спрятал. Получается так. Погнали туда тогда. Что, двинем тогда, да? Слушай, а такой вопрос, а детонатор, он в итоге снял с тебя? То есть, как вообще он выглядит? Чего? Ну, там гранаты, он тебя задетонировал, он сказал, что что-то взорвется, если мы откроем больше машин, чем нужно. Ты что, несешь? Ты что, Бэтмена пересмотрел, что ли? Ну, он тебе ничего... Нет, ты угораешь или нет, серьезно? Нет, он нам сказал, что ты взорвешь, если мы откроем больше машин, чем нужно. Какой взорвешь? Он меня просто там связал, закинул в багажник и все. А там в багажнике ничего не могло быть? Ну что, ну, говно и воняло, ну реально там какую-то... У меня в старую фигню, я не знаю, там что-то. Мины, короче, были, но не те, да? Да мины, получается, не те. Ну, блин, это, кстати, не смешно. Там реально капец как холодно было. Хорошо, что не минус 15, значит, минус 20. Значит, он просто реально пересмотрел фильм. А, то есть он вам реально сказал, что... Да, он нам угрожал тем, что ты взорвешься. Мы откроем больше машин. Ну, я же про это не знал. Ладно, даже. Не будем снять время, погнали. Да, погнали. Ребят, сегодня 9 марта, 11:55, у меня супер дерьмовое настроение, не понимаю почему, даже Урус на обоих не греет душу, наверное, потому что он должен быть в реальной жизни. Это, ребят, сайт GetX, и самое главное, это то, что у сайта GetX есть полученная лицензия, то есть вы можете полностью им довериться, не переживать за то, что вас обманут, где-то вам там что-то не выведут и так далее. Я хочу сыграть по-крупному. Автостоп убираем, 1 рубль. Что, реально кто-то на 1 рубль залетает? Так, все. Принято. Ожидаем.
Так, 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 так. $127 000 я заработал с 50. То есть 50 закинул, 127 в итоге получил. Так, давайте еще полтос попробуем. Еще полтишок. В любом случае, уже в плюсе. Так, 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 так. 92 500. То есть просто реально изи с полтоса я заработал уже, ну, больше сотки получается. Давайте еще попробуем. У меня глаза что-то прям аж загорелись. Не, все, 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 страшно. Еще 20 500 заработал. Короче, у меня сейчас на балансе уже, можно сказать, 200 000 рублей. Ребят, я никому не рекомендую так делать, так рисковать. Закидывайте буквально там 1000, 2, 5, можете там поменьше закидывать. За что? Смотрите, тут люди, которые закидывают, тут кто-то по 100, кто-то 900 рублей закидывает. И как бы вот они потихоньку играют. И вот, смотрите, смотрите, бабки вывозят, чуваки, все. То есть кто-то дотянул долго, вот я не рекомендую, на 1.89 обрушилось. То есть не тяните так, забирайте на 1.5 примерно. Видели, сколько зелененьких, то есть пацаны реально зарубили денег. А сейчас я вам еще покажу одну фишку. Смотрите, это группа ВКонтакте GetX. И у них есть такой пост, где вы делаете репост записи и получаете 100 рублей просто за репост. На эту сотку уже сможете играть. То есть всего лишь один репостик себе на страницу ВКонтакте и все. Также, кстати, у меня есть свой промокод, который вводите при регистрации. Вот тут сверху его увидите. И у вас также на депозит будет бонус в размере 50%. То есть, если вы 1000 закинули, то, соответственно, 1.5. Если 5, то 7,5, 10, 15. Вот. То есть, если 10 закидываете, вы уже на пятак сразу в плюсе. Ссылку, короче, на GetX укажу в закрепленном комментарии. Переходите, играйте. Не рискуйте, как я. Просто реально хотел себе чуть поднять настроение. Как видите, просто вот сейчас подряд сыграл, показал вам. И, наверное, теперь буду реально играть по-крупному. Попробую, короче, поставить себе цель урус с GetX. Макс, видишь? Да, да, да. Твоя. Просто ее бросил возле дома практически. Ребят, чтобы понимали, тут вот этот забор заканчивается, и как раз поворот уже к его дому. Слушай, я так понимаю, он рассчитывал, может, на то, что меня не спасете вы? Я не знаю, на что он рассчитывал, но тогда он мог просто не помогать и не подсказывать нам в этой, типа, игре. Понял? Ну, тогда. Он же нам помог тебя найти. Ну, он да, хотел, чтобы мы тебя сами застрелили, это да. Ютуб я тебе чуть башку не снес. Я тебе про это и говорю, что он рассчитывал, он же помогал вам в том, чтобы уже скорее к финалу подойти, ну, чтобы вы застрелили. То есть Ютуб тебя чуть не застрелил, реально, он же прям в тебя выстрелил. Ты сейчас просто вот реальная история повторилась, как с участковым. Тебя там не было, а я помню наше состояние потом. А как ты понял, кстати? Ну, именно по поведению, то, что ты идешь, ничего не говоришь, то, что ты идешь как зомби какой-то, не знаю, ну, очень странно, вот у тебя руки вот так вот, то, что, ну, кто так, зачем ты молоток двумя руками держал, ну, очень странное поведение было. Ну, я еще после препаратов вот этих был, и плюс у меня все затекло, понял? Так бы себя не вел, мы же видели, как он себя вел, он там неуклюже, неказист, а не так, что он вот как-то, как робот какой-то, не знаю, но видно было, что именно что-то не так, я не понимал до конца именно, что происходит, но я понимал, что что-то не так. Открытая? Открытая, да. А ключей-то нету? Нет. А. А, нет, слышишь? Она это, как его, завозится, значит, ключи в салон. Ну, хотела продать, но даже твой мусор не выкинул из нее, настолько ему все было в лом. Очень чудненько. Это не мой, уже слышишь? Вот это не мое. Нет? Вот это мое. Он пирожки здесь, походу, жрал какие-то. О! Ключи, ну, а я же говорю, она вот, видишь? А-а-а. Она реагирует, я сразу так проверяю, в машине ключи или нет. Понял. Так, документы. Удобно. Теперь. Раз уж мы здесь, бери ключи, закрывай тачку, может, прогуляемся до его домика-то? Документов нет. Как это? Нету документов. Давай тогда, может, они у него в доме? А, вот они. Пусто тоже? Ну, здесь документы у меня всегда. Он их вынул, все. Погнали искать. А что мы сейчас будем искать? В ее дом пойдем, наверное. Не в дом, а в вагончик этот сраный. Пойдем, попробуем. Она не закрыта? Странно. Обычно, если он не закрывает, то, наверное, значит там. Мама!
рассматривается на наличие документов. Ну, тут навряд ли. Слушай, а может он их куда-то еще... Это вообще твой кабинет. Перепрятать мне. А там могут уже быть. А мы туда сейчас не пройдем. Ну, а может он спрятал их. Понимаешь? То есть он знает, что его ищем мы и так далее. Ты что-то не расстраивайся, мы найдем в другом месте. По-любому где-то они здесь должны быть. Да чего найдем? Меня, понимаешь, мне тачку сейчас здесь оставлять. Да не надо тебя оставлять. Почему? Уедешь на ней так же, документы. Без документов? У меня сейчас сразу ее возьмут на это, как его, на штрафстоянку. Пока я... Сколько восстанавливается вот ПТС? Это долго, это не... Чтоб ты понимал, это не без прав ехать. Документы на машину нужны, они восстанавливаются, может быть, месяц. За месяц там полстоимости машины на штрафстоянке это и будет. И с полицией мне хватит уже сейчас проблем. Ну тут точно нет. Ребята, мы, короче, просто не стали все это снимать, потому что очень долго тут, если каждый ящик проверять, мы все проверили, тут ни хрена ничего нет. Без толку. Но в контейнере в том еще мы не смотрели, к нему главное подобраться бы как-то. Ну смотри, опять же, следов туда нет. Ну, то есть по логике-то, а хотя снег херачил, вот как раз мы тебя когда вытаскивали, там же прям фигачило жестко. Ну, я тебя то есть могло замести после этого, да? Ну просто там, видишь, там не чищено в отличие от вот этого места, поэтому я предположил, что возможно туда даже никто не ходил. Ну слушай, ну давай как-нибудь это туда приберемся. Давай глянем, пофигу. Ну, так, тут есть лопата? А, ну вот лопат есть. Ты что, издеваешься? Мы сейчас этой херней будем до ночи лопатить. Она для снега нужна. Это вся херня. Мы сейчас не прочистим. Там снег, блин, по колено. Вот, ну это штыковая опять. Это херня. Слушай, а сосед может быть дома? Он же тогда нас выручил тогда, может. Лопату не собираешься спросить? Ну спроси. Ну если не будет лопат, тогда вот этой будет. Ну да, пробуем. У него звонка нет. Только сильнее. Ну все, все, все. Ну, это уже не. Сосед! Это мы! Печь. Да. Лопатой угостишь. Тут для снега только. Штыковая есть, а прочистить. Там замело просто. Чего? Да в этот контейнер там. Может, надо залезть в него. Потихонечку бумаги оформлять сейчас. Да, разгребать сейчас все будем потихоньку тут. Так, я в общем вам дам лопату, но быстро. Мне потому что уехать надо. Так что недолго. Не сломайте, быстро, сломайте, да. Купите две мне. Да ладно. Да, походу. Вот прикинь, я реально покупали здесь. Кстати, вот сосед, ну намучишься. На самом деле. Натем лопат. Спасибо. Давай сюда быстро. Вот это нормально. Ломай. Слушай, а может там, тут мы будем, да, завтра копать. Может, ну, а та делать? Дверь, может, открыта? Да, да, к той двери. На, иди, я начну копать, чтобы времени не тратить. Реально? Да. По сути, вот тут вот надо было почистить ему и все. А тут заперто. Блин, это жесть. Тогда жесть. Но сколько сейчас копать надо? Ну, я не хочу огорчать, но на самом деле, мне кажется, там нифига ничего нет, потому что посмотрите, как там замело все. И за один день это так, мне кажется, не наметет. Если бы никто не ходил. Ладно, ребят, пока Кирилл копает, я сделаю тоже свой вклад. На Lucky Jetik сейчас зайду. По фасту. Сколько тебе примерно копать? Чего? Сколько тебе примерно копать? Минут 10, наверное. Да мне кажется, меньше. Меньше, нихера. Да ты быстро все делаешь, мне кажется, минут 5. Короче, мне 5 минут как раз хватит, чтобы сейчас 1020 заработать на Lucky Jet. Я с тобой поделюсь, вместо того, чтобы копать. Хорошо? Да пошел, давай. Тогда не буду делиться. Ты потерял уже деньги, пока лежал в багажнике. А, ребят, я вам рассказывал про Lucky Jet много-много раз. Это онлайн-игра, в которой ты играешь и выигрываешь деньги. И прикол в том, что в нашем случае ты не выигрываешь, а зарабатываешь, потому что у нас все спланировано, все гениально и все гениально просто. Нужно при регистрации ввести промокод. И вы вводите не абы какой промокод, а вводите взломанный промокод, который кодеры знакомые взломали, сделали.
Потому что багов у сайта очень много, они нашли уязвимые места и ломанули, короче, его. И теперь с этим промокодом все игры будут выигрышны. Тут вот подсказка будет, по ней переходите, вводите промокод и все, закидываете, допустим, косарь. И с этого косаря просто сыпятся вам бабки, вы выигрываете игру за игрой. И потом выводите деньги себе на карту, ну или куда вам нужно. Проблем вообще никаких нет. Залетайте, зарабатывайте 10 тысяч, спокойно можете зарабатывать. Больше не рекомендую, именно в целях безопасности, чтобы дольше эта система проработала. Так, ну мы почти добрались. Ну, я издалека увидел, что замок висит. Ну, как бы и там он висел, правильно же? А, нет, тут уже другой замок. Да, а ты... Я еще середины увидел, что там замок висит. А нахрена ж мы копаем, мы его не скроем? Ну слушай, там же замок открытый был. Может, здесь тоже так же. Ну. Открыто? Он открытый, да. До сих пор окна висят. И ну, больше ничего. Значит, наверное, здесь никого и не было. Так замок. Ну, кабинет. Судя по тому, что там ничего не протоплено было, скорее всего, да. Ты сказал, что давай все-таки проверим. Мы проверим. Ну, на всякий случай. Че, получается жопа. Ты меня до дома докинешь? Блин, просто тут оставить? Мне очень стрёмно, конечно, ее оставлять. Но я могу поближе к дороге. А знакомых эвакуаторов нет? На эвакуаторе просто привези, слушай, ну, поставить, хотя бы, чтобы ты видел, видел, какая стояла сюда дорога? Эвакуатор сейчас пока застрянет. Че он? Сосед! Может, он прямо здесь лопату ставит? А? Может, прямо здесь ему вставить лопату? Ну, а вдруг кто стащит ее потом на нас? Ну, так да. Что-то вообще жесть какая-то. Постучи еще раз. О! Слышал? Как будто открылось сюда. Эй! Стой, что делаешь? Сейчас я открою дверь. Не слышу, зайна был. Ну, лопаты. Принес будешь лопаты-то. Ну да. Че, вы все начистились? Да, да, все, спасибо. Ничего не сломали? Ну, да, все отлично. Слава богу. Че, вы улики все свои сдали в итоге? Да, улики? Да, да там, сям, потихонечку, ну, стараемся. Да, сдаем все. Да. Все понятно. В целом-то. А ну, с домиком что, жить собираетесь здесь? Строить что-нибудь? Да, можно перепродажу, пока не знаем. Че, сосед-то как? Не приезжает? Ну да, нет, уж ничего. Типичный вопрос. Нет, никого не было. Задаю. Просто знаешь, место-то а реально неплохое, по сути. Да, 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 я понял. Нет? Сейчас, подожди, ну, перезвоню. Далеко от города все равно. Ну, ну. Че, ладно. Спасибо. Все, давайте, ребят, счастливо, давайте. Ну. Че, тогда как сделаем? Я куда-нибудь поближе к дороге, и там еще эвакуатор. Там, ну, ключи ты. Если что, там адрес там какой-то будет, но надо как контролировать. Блин, а со связью-то... Ну, смотри, в любом случае, вот именно тут связь ловит определенная. Чего ты копаешься? Ну, что-то тут настройки сбились, походу. Смотри, оно же работает, да? Сейчас бы домой ехать, блядь, быстрее уже. Просто лежать, кинчик под пледом смотреть, такой мороз. Они все... И какой-то фильм будешь смотреть. Чё? Чё случилось-то? У него рингтон сейчас, это... Не Звёздные войны? Ну да. Но я, кстати, их не смотрел, мне они не нравятся. Ты идиот! Чё? Давай за угол, стой, за угол, зайдём. А чё? Макс, чё? Ты можешь объяснить? Звёздные войны, вспомни, что нам девчонка говорила. И вот такой необычный. А, Звездные войны. Лазерных, световых? Да, да, Звездные войны. Рингтон играл у него. Я не помню этого. Она вспомнила несколько моментов. То, что он заикался.
Так. Она вот, и то, что у нее «Звездные войны» играли. Спешит это... куда-то. Он бежит, да? Здесь плохо. Вот так, чуть-чуть. Ускоренно идет, скажем так. То есть ты... Слушай, вот хоть убей, я не помню этого. Серьезно? Да, ну я помню, что говорил за... А про рингтона я вообще не помню. У меня проблема в другом, что «Звездные войны» терпеть не могу, поэтому я не понял, что это «Звездных войн» музыка. А в том, что уже как-то мне что-то знакомое. То ли «Властелин колец», то ли что, но «Властелин колец» вспомнил, там другая. Слушай, ну у нашего общего друга тоже «Звездные войны» стоят. У какого? У Егора. Да? Ну, у него, да, но у него в какой-то момент, по-моему, точно было. Ну, Егор-то не заикается. А хотя куда? Это тоже не заикается. Ну да. Что-то тогда вообще что-то ничего не вяжется мне. А может на игры на это все делать? А мы нахера сюда-то идем, объясни. Пока его нет. А это проникновение, ты видишь, он какой не... Бля, Кирилл, алло, ты понимаешь, что я тебе говорю? Девчонка, которую похитили, сказала, что у маньяка играли «Звездные войны» на рингтоне. У этого тоже. Это совпадение. У его соседа. У соседа маньяка играет та же музыка. Они, наверное, встретились по блютузу, блядь, друг друга перекинули. Он маньяк, понимаешь? Да не маньяк, он. Просто совпадение. Мы даже можем не заходить, чтобы доказать, что он маньяк. Эх, ёлку. Чё? Пали сомнения? Охренеть. Это именно логово получается. Охренеть. То есть мы все это время... Посмотри. Чел, блядь. То есть тут реально просто охренеть. Оружие. Да этот не трогай снаружи до света. Пленка пищевая. Ага, ага. Это я хрен знаю. Это чехол с фотоаппарата, да? Да. А это что такое? Это чего? Слушай... Что это за хрень? Ребят, напишите ком... А стой, давай воткнем. Интересно. Пропору попробуем? Не... Она не бабахнет? Там ничего... Просто... Слушай, мне кажется, не надо. Не ну, он ничего такого к тебе не прикреплял, да? Просто вот этот не с порохом там... Я просто не знаю, что такое. Ребят, если кто знает, напишите в комментариях, что это за херня такая. А, это от нее идет, да? Да. А это свет, типа вспышка? Может быть, как вспышка она работает. Коллекционер говна. А, не в розетке же. Это Антон? Да. Не особо его любит, да? Угу. Но выбор у него, я так понял, нет. Это вот подсказки, по которым у тебя есть... А, стой, нет, отход. А, это его план, его план, не наш. Это план его. Стой, мне интересно. Проезд для... Для чего? Пирожок, Лансер. Тут у него тачки написаны, каких... Охрана. А, охрана, то есть это Антона, типа, получается, он где поставил, так что ли? Место побега. Фургон. Жилой дом. Газель. У него тут все было расписано. И вот тут по частям. Верхняя дорога. Проселочная дорога, нижний, что-то там, охренеть, отход, то есть у него все спланировано, то есть он реально сидит, вот планы вырабатывает, как знаешь, как в мультиках эти злодеи, какая-то херня вообще, он сейчас здесь бросил, получается, куда он ушел? Погоди, смотри, Кирилл, а, тут еще, противогаз, возьмешь, пожалуйста, камеру на секундочку, на то, что можно посмотреть. Это то, в чем он к Ютубу как раз приходил. Ты же знаешь, да? Да, ну, я слышал, да. Мася, что, это такое? Диазепам. Это для психбольных. Чтобы они, слышишь, какого еще были? Он пустой. Так же от заикания. История браузера слёт только посмотреть. Ну, опера он. Я пытаюсь. WhatsApp заходи. Нет, тут ничего не работает. Макс Ващенко, YouTube открыто.
Это не я заходил, явно. Ну, кто? Он следит за нашими каналами? Получается, что так. То есть он смотрит наши видосы. Ну ты помнишь? А мы по сути как. А он же говорил постоянно: о, блогеры, блогеры приехали. Да? Ну он же постоянно выходил. Это кто там, блогеры что ли? Я не обращал еще внимания на это. Охренеть. То есть он все это время наблюдал. Получается, да. То есть а мы там свои планы могли. Вот это его план. Это план его, да, получается, вот как раз ты смотрел. Прикольно. Макс, а что? А это что такое? Пирожок минус один. А попытки он. А, это он вел, по-моему, если угадают место. Осталось 5 попыток. Ищут сами, не найдут. Подсказки. Шапка, минус один пас. Второй пирожок, минус один, когда минус один, фургон ноль. На, веселый. Не смогут. Хороший тамада получился. Ага. Веселый. Ты вбил? Диазепам этот. Я же тебе только что все рассказал. Когда? Когда ты сидел, я же тебе все рассказал. Я занят был тем, что я смотрел, что там. Короче, это психотропное вещество на уровне там, я не знаю, я не. Короче, нельзя слово на ютубе говорить. Ты меня не слушаешь, да? Слушаю. Психотропное вещество на уровне с тем, что нельзя говорить. Да. Для больных, чтобы агрессию снизить, чтобы слюни люди пускали. И также используется, ну, в маленьких. Себе он не использовал это? Я не знаю. И еще в маленьких количествах заикание лечат. Чего? Ну, то есть человек какое-то время не будет заикаться. Если то есть, небольшую дозу? Ну, вот то, что я прочитал, есть разные виды заиканий. Понял? Есть на уровне... То есть это не для жертв, это для него получается? Возможно. В смысле возможно? Он не заикается, но говорят, что он заикается. То заикается, то не заикается. Получается, он пьет эти таблетки. Что-то смотрит. Он пьет эти таблетки, чтобы не заикаться? Возможно. Поэтому он нас и запутал. Я больше же... Стрёмно здесь. Фотографии. Смотри. Фотки жертв. Да. Эту мы помним, да? Да. Это кто? Это я не знаю. Это помним. Эту помним. Охренеть. Улики. То есть, получается, все складывается. Ну, а до этого у тебя не складывалось? Да нет, ну просто... Просто он бы, может, протянул бы это еще дольше. Но когда он понял, что улики, я пытаюсь отнести в полицию, вот у меня и рубанул. Че, забираем их? Как? Подержи, пожалуйста. Все на месте? Да. Хибар, конечно, маленькая, да? Хотя нам еще... Макс! А? Документы мои. Опа! Я, кстати, таких еще не видел. Твою мать! Серик, это вот... Что за перец такой? Че? Он просто вырвал из корочки, а мне ее подарили. Он оторвал. И все? Слушай, это важно, это подарок. Корочку просто. Бля, по-моему, серии полководцы важнее. Стой, а это что такое? Я не знаю. Стоп! Какого? Стой! Что это значит? Это мы, стой, это где мы? Это мы залезли в его фургон? Это первый самый раз или что, или когда я это? Я не могу вспомнить. Я не помню, где мусорка такая была. Стой, не торопись, пожалуйста, хочу понять. Это где? Ламода какая-то там. Смотри, нахуй. Это моя машина. То есть это мы куда-то вместе приезжали. Это где вообще? Я даже не понимаю, где это, Кирилл? Я тоже не понимаю. Это за какой-то... Это разные дни явно. Ну да. Это мы в дом вот смотреть сгоревший пошли. Да. Вот это помнишь, я да, тогда помню, мы его тогда да. заметили, что он там находится. То есть он нас сфотографировал в этот момент. И это что такое? Ну это моя жопа, а зачем он ее сфоткал? Нет, это моя жопа. Вот ты. Да? Да. А
Это как... ты меня когда вытаскивал из тачки, когда я там заперт оказался. Смотри, место. Стой, погоди, это никогда щелчок был? Да, сказал, да, вспышка. Да, да, вспышка была. Это мы у него в гараже. Стоп, погоди, а как мы не заметили его? Стоп, в гараже? Помнишь, мы в гараж? А как он нас в гараже мог сфоткать? Я не знаю. Так, это где? Это опять... Ну это уже другой, наверное. Это не где этот магазин, где находится свалка-то эта? Где мы нашли пацана как раз? Слушай, а если есть эта фотография? Я же снимал все вокруг вот так вот. Может, на видео он где-то запалился, потому что там нету никаких стен. Я не собираюсь стен. Пересматривать. Ну, мы же примерно знаем, какой раз это было, в каком это видосе. Ну, все равно пересматривать. Там нету ни стен, ничего. Как мы... Может, на камеру его запалило? Надо не будет пересматривать. Короче, ребят, если кто может, пересмотрите. Может быть, реально он там есть. Стоп, это уже было, да? Или нет? Это другое. Мне кажется, было. Это на свалке. Это Санек. Это откуда он нас сфоткал? А, да, как он так, а как он так близко? Так близко и так четко сфоткано. Он же фотограф. Четко не в смысле красиво. А что это я делаю? Это ты что-то... Я не знаю. Где это вообще все сделано? А, ну это на свалке, ну, судя, да, по зеленому, да, забору. Просто они здесь вперемешку. Нам они пригодятся или нет? Нету! Вот что еще есть. А что за флешка? Ой, твоя, да? Ну, а как ее? Через телефон ее... Там же ноут. А, блин, точно, погнали. Вот, ребят, серьезно, вот он гонится вот за всей этой всей херней, такой типа ценитель. А что ж, раз он такой ценитель и коллекционер, почему у него в таком состоянии-то все? Он мог бы все это почистить, привести в порядок, на него смотреть, все тут заржавело уже, запачкалось. То есть он вообще не следит за своими вещами. Но он здесь не может жить. Ребят, это его логово, но это не жилье. Здесь он не может жить, объясню почему. Наверху лютый мороз, там очень сильно холодно. Здесь работает только вот этот сраный, как, обогреватель это называется? Это понятно, но это не место жительства его, то есть это не основной его дом, то есть это именно какое-то логово. Вот, смотрите даже, просто. Макс. Я без тебя открывать не буду. Вообще тут ничего нет, то есть у него тут нет ни хрена, потому что он здесь не живет. Ну стаканы, окей, но тут ни еды, ни воды, Макс, ни отопления. Снять, потому что ноутбук садится. Давай. Я не открывал. Проблема? Я думал вообще она пустая, смотри. Я открываю. Ну. И что это? Открывай фотки, это фотки. Сейчас. Давай. А! Это же наши как раз фотки. А, погоди, это мы, которые распечатаны? Да, только их тут гораздо больше. Листай. Вот он нас там нафоткивал. Давай дальше. Там кому интересно, можете паузу Санек ставить. Санек вот. Да. А, он, кстати, много. Тут много фоток. Слушай, стой. Вот это ты меня, да, пришел как раз. Вот как раз ты, да, говоришь. Да, это распечатанная фотка как раз была. Это тот момент, это... когда я закрыл нас, получается. Походу, наверное. Сфотографировал. Это где? Это там же, на свалке. Слушай, а куда он торопится? Не знаю. А я не понял. Ну, ему кто-то позвонил там. Да, а кто? Ну, я... Судя по тому, что он не так был обосран, как обычно, значит, это не Антон. Ну, нет, ну, через динамик... Ну, на телефон? Слушай, что? Через динамик у него громкий достаточно был. Может быть, на камере слышно будет? Я услышал, ну, типа, женский голос. Ну, это... Может, очередная жертва, и мы сейчас пока тут лазим по дому, он может сейчас еще кого-то может так. Ну почему он тогда не взял свою форму? А, может, хотя... он вернется. Зачем сейчас он ему сейчас гражданство? Сейчас он ее усыпить и... может. Ну да, и потом переоденется уже. Слушай, точно. Нам надо его искать. Мы можем здесь, конечно, отсиживаться, дожидаться, но мы тут замерзнем, потому что эта херня вообще не отапливает. И, возможно, мы сможем спасти тогда... Только куда нам уже... ехать? Он уже по-любому свалил за это время. Погнали отсюда, короче. Да какого хера у тебя опять сосулька в руках? Не отстань от меня. Брось ты ее. Документы нашел, все, теперь ты за рулем сейчас спокойно своей поедешь, правильно? Почему? Че, почему? Я только до выезда поеду, но не, я без... А, да, ебать. Выкинь сосульку! Все, погнали.
вы понимаете, мы сейчас уже все-таки убираемся. Кирилл, он на своей машине сзади едет. Я на своей, и якобы мы сейчас едем искать этого дурачка, чтобы предотвратить жертву. Но я все равно придерживаюсь на самом деле своего мнения, то, что пора выходить из этой игры. Потому что это опрометчивое решение было изначально влазить во все это. Ну тогда у нас не было выбора, но окей, ну дальше зачем мы во все это лезем? Мы не какие-то там мстители там или супергерои. Это не наша забота, по сути. Каждый день как бы люди погибают и происходят различные преступления. Мы же не должны все это останавливать каждый раз сами. Нам за это не платят, это не наша обязанность. Мы такие же обычные люди, это обычные смертные, у которых также есть свои заботы, свои проблемы. Поэтому сейчас я, наверное, тормозну тут около выезда и с Кириллом уже поговорю, скажу ему свое мнение по этому поводу. Может, нам не стоит вообще продолжать вести эту деятельность. Хотел обсудить. Теперь ничем. Я уже давно об этом говорю уже на протяжении нескольких видосов, ты просто не в курсе всего этого. Может, не поедем искать этого фотографа? Почему? Я уже ребятам говорил то, что мы тебя спасаем. Если все благополучно, то есть надеялись еще тогда на это, потому что не знали. И на этом заканчиваем всю эту эпопею, то что мы не какие-то спасательники, супергерои, не полиция, никто. Нам, по сути, это не нужно. Мы такие же обычные люди, обычные смертные, у которых могут свои проблемы, и вы втягиваете в себя вот это дерьмо во все. Ты думаешь, забить на него? Думаю, да, просто жить своей жизнью, и я просто думаю. Они в комментах, я говорю, там, отписаться, но все равно большинство не пишет, потому что смотрят там, ну, сам понимаешь, смотрят там 500 000 образно человек, даже больше. А по факту в комментах, то есть я не знаю, как бы, общее мнение. То есть я вижу мнение только самых таких там активных, кому не лень там написать в комментах, а по факту я не знаю, то есть что люди хотят. То есть если, например, много людей за это будут топить, то можно, наверное, подписаться, потому что ты понимаешь, что тебя, ну, поддерживают в этом и хотят, чтобы ты продолжал все это делать. Так, не знаю, лишний раз рисковать. Ну так, да, согласен. Че, ладно, на этом, короче, ребят, мы заканчиваем видос. Я предлагаю сейчас никуда не ехать. В любом случае, мы не знаем, в какую сторону он поехал, какой девчонке он поехал, потому что интернета там не было, все отрублено. Хотя единственный варик был, кстати, могли раздать Wi-Fi с телефона, подсоединиться и посмотреть, что за вкладки. И WhatsApp там бы открылся бы, и ВКонтакте бы открылось. Но слушай, об этом мы тоже не подумали, ну там уже почти разряженный. Короче, ребят, я не знаю, мысли умные иногда приходят, но мы быстрее, чем они. Вот, и я не знаю, то есть, где его искать сейчас, и, возможно, уже будет поздно. Поэтому лишний раз снова переживать, снова чувствовать себя виноватым в том, где мы вообще не должны были быть. Мне не хочется. Поэтому на этом видео заканчиваем. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. 40 тысяч лайков. И я буду вам признателен. Ну и залетайте на LuckyJet. Зарабатывайте бабки. Просто изи деньги. Потому что, ребят, то есть ничто не вечно. И в каждый период, в каждую эпоху есть какие-то именно лазейки, где люди могут заработать бабла. И эти лазейки прикрываются. Людям приходится искать другую лазейку. Если ее нет, то просто когда выдастся им какая-то возможность, какой-то шанс, чтобы подзаработать. Сейчас вот у вас есть LuckyJet для этого. Тут вот будет ролик. На него нажмите, он идет буквально 2 минуты. Там я делюсь взломанным промокодом. То есть айтишники, там чуваки-программисты взломали систему этого сайта, потому что он реально весь багованный. И смогли именно покопаться в алгоритмах. И с этим промокодом вы всегда будете выигрывать. Вводите его при регистрации, и все игры выигрышные. Зарабатываете там десятку, забираете ее, снова десятку, снова забираете и так далее. 1000 рублей закинули, 10 заработали. Все максимально просто. Зарабатывайте, наслаждайтесь, радуйтесь деньгам и жизни цените. На этом все, до новых встреч, пока.